Футбольный клуб «Тамбов» одержал победу на выезде. В 11-м туре Олимп-первенства ФНЛ наша команда во Владивостоке встретилась с местным клубом «Луч». На выезд Тамбов отправился без своих основных игроков. Лучший снайпер команды Синин Сибаи и полузащитник Валерий Чуперко получили дисквалификацию и пропустили игру во Владивостоке. Практически до конца встречи счет на табло оставался неизменным, но вышедший на замену игрок Тамбова Бенито спас свою команду от ничьей. С подачи Хызыра Апаева нигерийский полузащитник забивает первый и единственный гол этого матча. Это был дебютный гол Хавбека. Первый тайм. Думаю, что Луч поострее был. Было пару моментов у них, они не реализовали. У нас был момент, мы тоже не реализовали. Но во втором тайме мы свой момент забили. Естественно, кто забивает, он выигрывает. Сейчас Тамбов занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче нашей команде предстоит встретиться с лидером турнира футбольным клубом «Томь». Матч состоится 19 сентября.